Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Агробук с еженедельным обзором главных аграрных новостей. Площадь сева озимых сократится впервые за последние 4 года. Пошлину на минеральные удобрения введут только в крайнем случае. Пшеница с юга России поедет на север по льготным тарифам. Эти и другие новости далее в выпуске. Площадь сева озимой пшеницы под урожай следующего года может сократиться. Эксперты Совыкон прогнозируют снижение от 700 тысяч до 1 200 000 гектаров. ИКАР оценивает сокращение в 500 000 – 1 000 000 гектаров. В прошлом году, напомню, в России были посеяны рекордные 17 миллионов 800 тысяч гектаров озимой пшеницы. Почему хозяйства отказываются от этой культуры? Тому есть две причины. Во-первых, конечно, неблагоприятная погода. У нас на юге страны полевые работы перебивали дожди, но ситуация не критична, сев просто задерживается. А вот в Приволжском федеральном округе и на Урале все гораздо хуже. Там в пахотном слое влаги практически не было. В другой части России, на юге Западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области, вообще местами выпал снег. Второй фактор – ухудшение рентабельности растениеводства, отмечает Андрей Сизов. Например, в Поволжье урожайность в этом году упала до рекордных для последних лет уровней. Сбор пшеницы по прогнозам составил 11 миллионов тонн, это на 43% ниже, чем в прошлом году. Минсельхоз России рассчитывает, что сев озимых достигнет 19 миллионов гектаров. Правда, не уточняется, какую площадь займет озимая пшеница, а какую, например, озимый рапс или ячмень. Данные по культурам ведомство обещает дать в декабре. Сейчас, к 7 октября, озимыми засеяли 12,6 миллиона гектаров. Это на 1 700 000 гектаров меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. С 15 февраля 2022 года в России снова будет установлена квота на экспорт зерновых культур. Механизм уже известный. Минсельхоз подсчитает, сколько урожая вывезено, сколько еще можно вывести, и разделит это количество между трейдерами по историческому принципу. То есть, кто больше вывез в первой половине сезона, получит большую долю и во второй. Однако в следующем году нас ждет ряд нововведений. Для пшеницы будет установлен свой отдельный лимит. Кроме того, Минсельхоз намерен субсидировать перевозки зерна с юга страны в центральную Россию, на Урал и Поволжье. Зерно из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Ростовской областей повезут по льготным тарифам в регионы, которые в этом году пострадали от засухи. Минсельхоз рассчитывает, что эта мера позволит предотвратить очередной виток роста цен на муку и хлеб. Глава Российского союза мукомольных крупяных предприятий Аркадий Гуревич ожидает, что субсидия поможет увеличить поставки южной пшеницы в места ее переработки в центральной и северо-западной России. По его словам, пшеница четвертого класса, которая как раз необходима для муки, не поставлялась с юга России уже более 10 лет. Новости рады и в Национальном союзе свиноводов. Его глава Юрий Ковалев отметил, что в регионах, основных производителях мяса, уже сложилась напряженная ситуация. Спрос на зерно намного превышает предложение. Ковалев рассчитывает, что новые меры позволят не допустить дальнейшего роста цен. Демпферная пошлина на экспорт удобрений может быть введена, если Минсельхозу не удастся договориться с заводами о разумных и приемлемых ценах для российских аграриев. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью российской газете. По его словам, демпфер – серьезная и жесткая мера. Но если производители минеральных удобрений не согласятся устанавливать доступные для аграриев цены, демпфер станет наиболее адекватным решением. Ну а пока удобрения как в России, так и в мире продолжают дорожать. Добавил нервозности рынку Китай, который задумался о том, чтобы ограничить экспорт своих удобрений. В первую очередь фосфорных. Это необходимо для того, чтобы прежде всего удовлетворить спрос китайских растениеводов на удобрения. Официальных заявлений от КНР пока не было. Тем не менее, ходят слухи, что продажи китайских удобрений за рубеж будут ограничены уже в ноябре. Отметим, что Китай является крупнейшим в мире экспортером диаммоний фосфата. Ежегодные поставки на мировой рынок составляют 6-7 миллионов тонн. Поставки моноаммоний фосфата оцениваются в 2-2,5 миллиона тонн.
Кроме фосфорных удобрений, участники рынка обсуждают возможное сокращение экспорта карбамида из Китая. Как именно будут ограничены отгрузки этого удобрения, тоже пока не ясно. Однако данный фактор уже способствует росту мировых котировок карбамида. Дорожают и другие азотные удобрения, что связано, конечно, с рекордной стоимостью природного газа в Европе. Например, эксперт издания «Агрореут» Олаф Зинке сообщил, что аммиачная селитра в немецких портах подорожала до 475 евро за тонну. Карбамид стоит уже 750 евро за тонну. Цены на другие важные минеральные удобрения также растут до головокружительной высоты, пишет журналист. Диаммоний фосфат, например, подорожал до 660 евро. Немецкие фермеры не могут его приобрести. Не только потому, что цена высока, но и потому, что многих удобрений просто нет в Германии. Российские трейдеры второй раз за месяц выиграли тендер ГАСК на поставку в Египет мукомольной пшеницы. В этот раз Египет купил 240 тысяч тонн зерна, из них 180 тысяч тонн российского происхождения и 60 из Украины. Пшеница должна быть поставлена с 10 по 20 ноября. Российская пшеница была продана по цене 320,7 долларов за тонну на базисе ФОБ. Напомним, что последний раз тендер ГАСК российским поставщикам удалось выиграть 8 сентября. Тогда российская пшеница победила с ценой 316,5 долларов за тонну. Поставки этого объема намечены на 25 октября, 3 ноября. В следующем году плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы должна пополнить федеральный бюджет России на 58 миллиардов 674 миллиона рублей. Эта сумма указана в проекте бюджета на 2022 год. Документ размещен на сайте Госдумы. Поступления от экспортных пошлин на зерно в 2023 году составят более 63 миллиардов рублей, в 2024 году свыше 67 миллиардов. Кроме того, еще 37,5 миллиарда рублей принесет государству плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Она была введена 1 сентября на срок до 31 августа 2022 года. В октябре размер пошлины составил 227 долларов за тонну, с ноября ставка уменьшится до 194,5 доллара за тонну. В Ростовской области два инвестора собираются построить заводы по переработке масличных культур. Один из них будет расположен в селе Троицкое Неклиновского района. Построить объект планируют за 2 года. Перерабатывать на нем будут не только подсолнечник, но также рапс и сою. Инвестором выступил ростовский бизнесмен Александр Алимов, который владеет морским зерновым терминалом в Таганроге и компанией «Агропрайм». В прошлом году Алимов также стал владельцем обанкротившегося маслозавода в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края. Второй маслозавод возведут в станице Мальчевской Миллеровского района. Здесь инвестором выступила группа компаний «Светлый». Завод запустят до конца 2023 года. Он сможет перерабатывать 600 тысяч тонн сырья в сутки. Отметим, что в целом Ростовская область ежегодно производит около 1,5 миллионов тонн масличных культур. Так что новые предприятия должны помочь с переработкой этого сырья. Минсельхоз России нашел средства на продолжение льготного кредитования аграриев. Этой осенью прием заявок на льготные кредиты был приостановлен. В министерстве сбой объяснили корректировкой плана льготного кредитования. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на «Золотой осени» объяснила, что в этом году Центробанк не раз повышал ключевую ставку. И поскольку льготное кредитование привязано как раз к ставке рефинансирования, ведомству пришлось пересмотреть остаток субсидий. По словам Фастовой, правительство высвободило средства на льготное кредитование. Лимиты на новые займы уже открыты, и все желающие смогут войти в реестр получателей этого вида господдержки. По традиции завершаем выпуск позитивной новостью. 2 недели назад россияне были весьма встревожены известием, что с полок супермаркетов стала пропадать одна из национальных скреп и символов нашей продовольственной безопасности – лапша доширак.
Ходили слухи, что перебои с поставками вызваны остановкой завода в Рязанской области. Однако на этой неделе производитель лапши опроверг слухи и заявил, что завод не сломался, не обанкротился, а даже наоборот, наращивает производственные мощности в связи с высоким спросом на продукцию. Правда, вслед за этой новостью появилась еще одна, что теперь с полок может исчезнуть конфета «Баунти». Тайфун на Филиппинах привел к неурожаю кокосов, и теперь производителю знаменитых батончиков не хватает кокосовой стружки для начинки. Так что в ближайшие месяцы получить райское наслаждение, наверное, смогут не все. Но благодаря дошираку голодными мы все равно не останемся. На этом все. Всего доброго, друзья. До встречи на следующей неделе.